Хей, гейс, с вами Шамики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Momodora Revealed Under the Moonlight, либо Momodora Мечта под Луной, или под Мечта под Светом Луны, как-то так. Ладненько. Это у нас довольно сложное. Как вы видите, я немного поиграл, да, где-то часик, но это старое. Поэтому мы пойдем сюда. Выбрать. Поверьте, да, клавиатура. Обычная сложность, легкая для тех, кто играет совсем немного. Тяжелая для тех, кто не ищет легких путей. Смотрите, в чем смысл? Это наподобие что-то, ну понятно, что там метро Эдвания, но в чем здесь херня? У нас не так уж много хп с вами. Для тех, кто играет совсем немного. Блин, я не знаю, давайте на обычке будем проходить. Это ж не хоррор, ведь так? А вот хорроры можно, конечно же, поиграть и на этом. На легком. Потому что я ненавижу хорроры, вы это знаете. Ах, какого хуя все квадратного там? Ну, потому что. Бой за... Так, дальше я вас заставить не могу. Не смогу. Так, подожди, на К, да? Да. Простите. В окрестностях города слишком опасно. Разумеется, только не для такой жрицы, как вы. Сложно, наверное, сражаться одним листом. Но я верю, что вы сможете запечатать проклятие. Как-никак оно распространяется и до ваших земель. Лучше, что вы можете сделать сейчас, попросить аудиенции у королевы. Так, короче, вот у нас передвижение. Если что, прыжок у нас балансируется, то есть, если мы раз отпустим, ну, типа, нажмем и отпустим, да? То есть не так высоко прыгает. Блять, кто-то пришел. Если мы удержим, то высоко прыгает. G — это у нас атака. Мы атакуем с вами листом. У нас, как вы видите, есть три анимации, то есть, две легкие, одна мощная. Также на L у нас лук. Мы можем заряд с вами делать, типа, чтобы выстрел был мощнее, либо легкую атаку. Это у нас... Ой. Ой, а я хотел поговорить. Кувырок, это... Типа, escape. Ладно. А, подождите. Оказывается, мощная атака... Это три стрелы? А почему я думал, что... А, я просто раньше времени отпустил. То есть она не полностью зарядилась. Ну, поехали. Двойной прыжок еще есть. Ага. Так, S и прыжок. Блин, здесь... О, сундучок. Так, мы получили 20 листиков. Если не ошибаюсь, здесь есть... всякие секретки... И все в таком духе. Блин, я только кнопки буду путать немного. Так, экипировка. Инвентарь пуст. Так, ключевые предметы. Кленовый лист. Кленовый лист, ключевой предмет. Священный лист, древо лун. Такие листья, освященные матриархом. Никогда не рву... Так, никогда не рвутся. Жрицам с запада он служит оружием. Его края... Так, остры, что очищают врагов. Ну, то есть это у нас такой сказать тип орудия. Карта. Разведана, как видно, 1%. Так, и выход. Окей. Блин, не знаю, немного неудобно, конечно, но... Я думаю, со временем привыкнем. Изучить. Получен колокольчик. Использовать экипировку. Так. Колокольчик. Действие. Восстанавливает немного здоровья. Кислый цветок с серебряными свойствами. Целебными. Да, серебряные. Серебряные. L. Атака. Типа, вы видите, я убил его с... Именно сильные таким. Но мы не даем. Это какие-то, не знаю, мужики. Выстрел из лука.
Ну да, здесь нужно помощнее заряжать. А в чем херня? Они довольно все... Воу! Да. Как вы только что увидели. А, минус. Враги восстанавливаются заново. Да. А, так оно ж уже все готово. Ну, я что, не могу запрыгнуть так? У меня мало хп. Удар по колокольчику сохранит игру и восстанавливает нам хп. Так. Это, видите, нужно атаковать. Так, 3%. Как там у нас shift? Shift, ключевые предметы, подожди, экипировать... Я не помню, это у нас наподобие этих или нет. Кактусы вот эти. Этих тварей лучше так убивать. Это яд. Я к яду не хочу подходить. Я не помню, наносит он мне сильный урон или нет. Но на самом деле я проверять не хочу. Они ваншотятся. О, сундук. В основном в сундуке я ничего... Ничего такого полезного. А, я не знаю, почему... Ой, эй, не-не-не. Блин, мне нужно как-то мелким стать. Либо что-то типа того. Лучше сразу заряжать. О! А, так она со щитом. Ё-моё! Я сейчас сдохну немного. Так, как там? Е, да? Что-то он вообще почти не восстанавливает нихера. Не попал, ладно. Я по волосам даже не черкаю. Ладно, не попал. Не помню, что здесь, но мы, я думаю, сходим. Блин, только у меня один этот остался. Кактус. Тебя все устраивает. Так, изучить. Получен талисман звезд. Я хочу его грохнуть. Мне интересно, что за него им сколько дадут. Ух ты ж, ё-моё. Довольно много. Так. Поехали. Экипировать. Пассивный эффект. Талисман. Талисман звезд. Эффект. Можно выпасть двое больше денег. Старый... Так. Потертый талисман. Дарует невероятную удачу. Ну, давай. Да, как вы видите, здесь немного... РПГ, что ли. Я помню, где-то здесь еще должны быть секретные эти. Далеко ли я доходил, я, кажется, первого босса только убил и все. То есть, можно сказать...
Не так уж далеко. Не так уж далеко. Так, куб я, кажется, не могу. Ага. А что у нас там? Их его вспомнишь, да? Ну, туда как-то попасть можно, походу. А вот как? Вот, колокольчик. Вы нашли матового жука. Один из 20. А, жуки, я не знаю, что дают. Матовый жучок. Ключевой предмет. Крошечные безобидные насекомые. Эти жучки так излечивают живые организмы, питаясь их болезнями. Ну, наверное, полезный. Наверное. Главное слово. Ой, тихо. И да, у меня кактус восстанавливается. Это как эти. У нас. Скажите мне... Блин. Кнопки. Ой. Не, давайте, наверное, вернусь. А, подожди. Полечиться. Перемещаться еще можно. Ага. Так, игра сохранена. Все. То есть, то я просто так хилился, так можно сказать. Если не ошибаюсь, это яд. И он очень... Угу. Дружелюбное насекомое. Тихо. Где же этот секрет был? Не помню, блин, у меня руки сейчас немного немного руки трусятся. Потому что, блядь, после сегодняшней работы я ебал. Ух. А здесь, как вы видите, такие яды. Говорить. А, не о чем нам с тобой разговаривать. А, пойди прочь, глупая девчонка. Может, все-таки есть? Не о чем нам с тобой разговаривать. Пойди прочь, глупая девчонка. Сейчас, знаете, пойду я не выпрыгну здесь, хотя нет. Да нет, она просто мирный типа NPC. О, видите, немного здесь уже по-другому. Деньги, чисто деньги. Мне не нужны деньги. Пиздец. А, кажется, вот эти яды очень жесткие. Поэтому лучше их перекатываться. Жду, пока откроется. Да, найс. Я не помню, что еще меня может убить. Я проверять не хочу. Игра на самом деле, ребят, сложная. Потому что, как вы видите, кактусы хилят только где-то половину хп. Плохо то, что мы не можем стрелять по этому. Поверху. Так, а что у нас наверху стоять? А подкаты, либо... Типа того я ничего не могу, да, делать? Я не помню, умирать ли она с высоты.
Откроешься? А, защитилась. Не, лучше, знаете, одиночную стрелять мощную. Так, плюс сундук. Ага. О, откуда ты взялся? Откуда он взялся? Ну блин, я повторюсь, так как я играл, я немножко знаю, что да и как. Так, здесь мне не пройти. Колокол. И сохраниться. А сейчас должен, по идее, быть босс. Да, стенка, все. И здесь вот такой вот боссик. Членистоногая. Слабое место, только голова. То есть, видите? Найс. Все. Ну, типа, я знаю против нее тактику, да и все. Она мертва. То есть вы видите, здесь есть уже как бы этапы врагов, да, здесь она, допустим, нас, можно сказать, выпустила яд какой-то из-под земли. Ну, это вулканический, скорее всего, примесь или какой-то типа того. А, игра даже сохранится так, просто ударив по ней. У меня сейчас два варика. Либо я сдохну, упав. Либо мне лучше сюда спрыгнуть. А, она туда вниз не спускается. Ну, тогда нам... О, привет. Хе. Прошу прощения, но кто вы? Понятно, ты, значит, Кахо. Какое редкое имя? Зови меня Аскерн. Я так понимаю, тебе... ничего не известно о происходящем в этом землях. Хм. А ты сказал, что пришел сюда в поисках королевы? Если ты действительно хочешь выйти в королевское карство, то берегись. Королевство поглощает какая-то мертвенная сущность. Святая роща — одна из немногих мест на... Так. Нетронутых ею. Впереди город Карста. Так, пускай там сейчас и опасно, но мне нужно отыскать свою возлюбленную. Хе. Я так. Предал сотню лет, достаточно для того, чтобы королевство стало неизменимым. В белое время люди приходили в эту рощу, чтобы помолиться высшим божествам. Пускай жители этого королевства и утратили свою веру, но моя вера еще со мной. Может быть, всему виной то еретичество? Я не знаю, зачем она так прыгивает. Так, все. Ну, все, ребятки. Город Карсы, и это у нас, считайте, next локация. Можем, в принципе, здесь, я думаю, и закончить. Давайте тогда быстренько сюда. Сохранимся и, в принципе, закончим, ребят. Типа, первая серия, первый босс. Ну да, это потому что мы более-менее хотя бы убиваем, и я хотя бы знаю, что нужно делать. Ладненько, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, ставьте лайки, и всем пока, всем удачи.